Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас будет тестик сердцеедки. Так, ну не с Римкой, конечно же. С порочным пактом просили показать на максимальный урон. Сейчас попробуем собрать ее такую. Единственное, там вопрос по чарам. Пакты у меня есть. Сейчас попробуем еще чары быстренько наролить. Так, бог войны. Ну, ничего такого интересного, как видите. Что-то плохо пакты падают. В последнее время очень много падает. Ремок я живу. Так, баст. Так, окей, поехали, но все равно надо будет очень много времени на снаряву потратить. Давайте попробуем что-то на урон словить. Я надеюсь, нам выпадет нормальная чара на урон. Надо пятерку, а потом поменяем уже. Герой интересный, не знаю, вот меня Рибет удивил, ремочный это одно, а вот с пактом как-то мне больше зашло. Не знаю почему так, хотя что Римка талантом, что рунами там не особо много разницы урона, восьмерка, девятка. Ну есть чуть-чуть, конечно же, но как-то не знаю, девятка более удивила, чем я тестировал с восьмеркой. Как так? Фиг его знает. Такс. Ну чё, давай. Так, это можно поставить на героя, на архидемона. Вон там. Можно на бига поставить. Так. Первый мах. Попробуем, может, успеем еще на архи утром сбегать. Так, на арктику нам не надо. На огника. Так, блин, этих героев тут дохренище. Фрейм нам пока не надо. На угника ставим. Поехали дальше. Да дайте уже что-то на урон, ну. Ник, блин, пермагов кидает. Передачу бы какую-то. Нифига не дает нормального. И так шел третий час. Так, там четверка. Просто жесть. Так, кому можно поставить? Кто нуждается? Блин, уже аж горло болит от этих видео. Так, Ника. Блин, вот хочется ее собрать на нормальный дамаг, и нифига не падает на урон, ну. Давай.
Давайте сюда поставим пока. Тестируем потом хранителей леса. Блин, ну давай. Жесть какая-то. Жизнь боль. Тратишь, блин, больше времени на выбивание чара, чем на тест самого героя. Убрали бы эту задержку себе. Нажал, 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 нажал. Так вот. Так, блин, сидишь и еще 5 секунд ждешь, пока эта кнопочка появится. Так, ну четверка как-то, блин, не солидно. Лучше уже эту четверку поставить. Так, где там наша сердцеедка? Его не успокоюсь, пока нормальную пятерку не вытащу. 4-5. Ну какого хрена? Дай уже 5-5. Ну такую 5-5 не надо. Хотя можно было бы, в принципе, для урона. Ну ладно, пока потестим то. Это, конечно, не максималка 25%, но 16 тоже неплохо. Я все же не теряю надежды, что сейчас выпадет нормальная пятерка. Хрен там. Хоть бы передачу дали, пятую. Уже было бы получше. Интересно, когда они начнут продавать уже чары полным ходом. Как это они еще до этого не додумались, в каком это обновлении нас ждет, интересно. Ой, такс. Доспех упал. Блин, ладно. И на этом остановимся, тех пару процентов. Более, по сути, не сыграют, но обидно. 217, ребятушки, 217 у меня. Это просто аут. Да, их все девать, можно по 3 раза перекачать некоторых героев. Так, отлично. Такая вот сборочка, выставим лемочку. И идем просто раздавать люлей. Всем, всем все и вся. Так, ну конечно же ставим сюда панчбокса. Как же без панча. Идем на таблеточку. Вот такая вот сборка. 12-12, 9-9, 35-й панч. Ремка, я думаю, в ПВП, блин, она если включится, будет мало места. Всем поехали на подземку. Смотрим. Смотрим. Какая-то она бешеная. Самое интересное будет вот здесь. Ух ты, нифига себе. Нифига себе, она тут дамажит. Панчбок все равно больше дамажит, чем она. Ну вот так, в принципе, смотрите, вылетает неплохо. Ну, не то, что хотелось бы, конечно, с 9-м пактом. Но все равно, учитывая то количество ударов, которые она наносит, вот по ляму, по 2 ляма вроде выскакивает. Это нереально круто. Вот представьте, сколько у нее там вылетает с одной обоймы. Два с половиной. 3,5, что ли? Или это мне показалось? Или там реально 3,5 было? Напишите в комментах, кто там смотрел. Учитывая количество ударов, ну то есть, как видите, тут пульки летят в разные стороны. Это нереально круто, я вам скажу. Так, а ну-ка, на кошмарка, кошмарка 2-1. Очень интересно уж посмотреть на это извращение, что она сможет. А мне кажется, она тут их будет всех шатать. Они даже не будут успевать подбегать, потому что тут панч есть. Unreal, короче, ребят. И просто можно соло, наверное, проходить тоже многие подземки уже. Посмотрите, что делает. То чувство, когда многие проходят там 6 героев, 5 героев с тыковкой на разгоне, а тут, блин, одна какая-то сердцеедка просто тупо расшатала все. Ради интереса уже
Дальше забежим. Так, ну мне кажется, она и здесь или будет. Ага, слили. Все, не имба. Хорошо, поехали дальше. Поехали на аренку. Интересно посмотреть на нее здесь. Сосущая. Наверное, ее сейчас просто хлопнут. А может и нет. Асура. Нифига себе. Ну, неплохо, неплохо. Держалась хотя бы хоть чуть-чуть. Ну, конечно, нереально против таких героев. Так, давайте еще. Давайте вот против Атома. Вроде Бигфут не одет и попроще все. Так, смотрим. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ну, почти, посмотрите, там раздало, но там Асура. С Асурой дело плохи, шутки плохи, и дела плохи, и все херово. Это она ушла в инвиз, ребят, не обращайте внимания. Перезагрузка. Спирос какой-то. Тут тоже сейчас уйдет в инвиз, походу. Нифига себе, держится еще там что-то. Так, ну против кого она опять в инвиз уйдет? Так, малышник. Тут, думаю, она должна зарешать как-то. Если добежит. Ну, добежи уже, ну. Ну, опять. Просто тупо запоздалый инвиз. Так, окей, поехали на экспедицию. Экспеллярмус. Не путайте со Спеллярмусом. Так, есть, поехали. Тут она сейчас будет просто их всех унижать на начальных левелах, однозначно. Однозначно, имба, ребят. Ну, честно говоря, по урону тут я не знаю, есть ли смысл ей вообще на урон собирать ее. Потому что, ну, я бы, наверное, с ИСО собрал, посмотрел, как она работает. Получается, урона много, а нафиг он нужен? Непонятно. Так, поехали дальше. Так, интересно, вот так вот выбросить. Ну, тут однозначно она им тоже люлей даст. Же череп там нифига не сделает. Но она жесткая. Учитывая урон ее и количество пулек, она нереально жесткая получается. Вот мега, мега, мега просто ушла минвиз. Так, идем на интересную локацию. Может здесь. Но я вам показывал, что делает смотритель. Сможет ли она здесь что-то сделать? Вот это вот самый основной, наверное, вопрос. Оп-оп-оп-оп-оп-оп! Нихера себе! Красавица просто! Просто унизила их. Это было нереально жестко. Ну, вы тоже красавчики. Ну, не знаю, ребят. Вот для такой локации, возможно, она зайдет. Если, опять же, она включится. Потому что смотра может свободно слить. Пример с огником вы уже видели. Так. Какой-то еще томпик. А поехали, не проходил. Ой, ну все, тут сейчас затащим. Сейчас она на Асуре просто нахрен сольется, мне кажется. Нифига себе. Да ладно. Это просто жестко. Просто тупо, блин. Как-то странно, на Асуре не слилась. Может, панчбокс подсобил. Но защиты от стана ей хватает. В принципе, для такой локации вполне. Можно поставить того же самого ангела, протестировать. Ну, давайте попробуем против Фрей. Знаю, что мы сейчас сольемся, скорее всего. Но все-таки интересно. Ну да, тут без вариантов, конечно. Все равно. Красавица держалась до последнего.
То чувство, когда огники не решают. На нахер. Вот так вот надо воевать. Конечно, Бугич это просто что-то нереальное. Я не знаю, что с его уроном делать, но он просто выносит очень круто. Надо будет на максималку его на урон собрать и потестировать. Посмотреть, что с этого получится. Красавчики просто. Три восьмерки, но сделаем вот так вот. Не будем на первую пачку нападать. Я так и знал, что там Огник, Бугич. Фига себе, мы потушили его. Блин, а Вольт, я вам скажу, неплохо смотрится. Ай-яй-яй-яй, чуть-чуть нам не хватило. Совсем чуть-чуть, чтобы его унизить. Сейчас он нас унизит, конечно же. Если опять же Седна сейчас не подсобит. Был шанс у нас его ушатать. Надо на героя все-таки наставить эмблемок. Ну не знаю, вот как-то так, ребят. И нас не убили, и мы не убили. Зато мы проебали. Ну тут без вариантов. Чё? Нифига себе, посмотрите, она практически ушатала. Анубис спас. Я офигею. Вот это да. Вот это нежданно. Так, чё это за топ? Чё это за ники? Надо его однозначно сейчас наказать. Себе посмотрите, ну блин, я не знаю, один на один надо ее тестить однозначно. Хороша она, очень даже хороша. Так, шатайте Фрейю, наказывайте ее уже, красавчики. В общем, вот так вот, ребят, пишите комменты, что вы думаете. Как по мне, герой действительно хорош, и сборочка в принципе неплохая с пактом, имеет право на жизнь. Все, всем удачи, всем пока.